Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет очередной обзор посылок с Китая. На этот раз пришли две такие посылки. Честно говоря, ни одна из них нормальными способами отслеживания не трекается, поэтому я точно не могу сказать, что в них. Но указано на упаковках, что это какие-то запчасти в этом случае, и тут у нас какой-то якобы кит-набор. Давайте начнем с запчастей. Извиняюсь, некоторым, возможно, это не интересно. Все-таки больше в последнее время, все время у меня на канале появляются какие-то видео, связанные больше на тему какой-то электроники, запчастей и подобного. Да, извиняюсь, возможно, некоторым это не нравится, но вы желательно в группе моей ВКонтакте скидывайте вещи, которые вы хотели бы, чтобы я заказывал на обзор, поскольку, ну, в последнее время заказываем на электронику. Так, первое, что нам пришло, это такая огромная куча проводов. Это мне для, получается, моих всяких самоделок. Взял, просто заказал кучу уже готовых, заложенных проводов. Мне, честно говоря, они понадобятся, тут они, их реально очень много. Ну, тут штук 300, насколько я помню, то есть тут у нас вот такие вот маленькие, короткие провода, они чаще всего будут служить мне в качестве перемычек. Вот такая вот куча разных проводов, как вы видите, тут их реально очень много, ну, сколько помню, штук 300, они мне пригодятся для всяких схемок. Ладно, пока я их не буду собирать, то их очень много слишком. И давайте теперь откроем вторую посылку. Вторая посылка у нас какой-то кит-набор, какой, точно я не знаю. Заказывал несколько, ну, по-моему, штук 5 разных. Сейчас посмотрим, что у нас тут. А цена, она всего лишь в $1. Возможно, это неправда. Хотя большинство там стоили недорого, где-то 2-3 бакса так в этих районах. Упаковали все очень хорошо. Блин, даже фиг. Не, легче вот так-то все дело вытащить. И у нас это блок питания, насколько я вижу. Такая вот маленькая схемка, я думал, она будет немного побольше. Это у нас схема блока питания, вернее. Так, где-то все дело вытащим. Тут куча-куча запчастей. И первый минус. Или не минус. Сейчас давайте все-таки до конца раскроем. У них что, инструкции что ли нету? Я должен через сайт это все глядеть. То есть это минус все-таки. Должна быть по-любому инструкция со схемой, со всем. То есть тут ее нету. Инструкции никакой нету. В пакете никакой инструкции нету. То есть первый минус. В комплекте нету никакой инструкции. Ладно. Так, давайте эти гады все берем, потому что она мне немного мешает. Так, столько у нас всяких запчастей. Вот есть у нас такая макетная плата, это даже не макетная, уже нормальная плата. Как вы видите, тут уже расписано, что где должно находиться. В принципе, тут будет нетрудно все это дело собирать. Схема по себе очень простая, требует не очень много компонентов. Тут сразу же у нас есть, вот вижу, диодный мост. Вот это вот у нас конденсатор, насколько... 2200 микрофарад на 50 вольт номинал. Вот этой схемки, насколько помню, от 2 вольт вплоть до 35, по-моему. Это, то есть, у нас регулятор, что ли, напряжение, можно сказать. Не могу его точно назвать. То есть, это у нас схема блока питания. У нас что-то уже туда улетело. Это у нас вот диод. Это вот у нас схема блока питания. При этом мы при помощи вот этого переменного резистора сможем регулировать выходное напряжение. Ну, достаточно простая схемка. Можно ее использовать для какого-нибудь лабораторного блока питания. Ну, скоро соберем, увидим, посмотрим, что это за штука. Ну, вот, что пришло. Минус первый, то, что тут в комплекте нет никакой инструкции. В принципе, у них на сайте, то есть на Алиэкспрессе, где я заказывал, была подробная схема, но все-таки я считаю, что лучше бы и в комплект вложили какую-то бумажку с какой-то инструкцией, что ли. Но, хотя тут все очень просто, то есть тут все сразу же на оплате расписано, что куда вставлять. Так что, я думаю, навряд ли кто-то сможет запутаться, но все-таки лучше бы была инструкция. Ну, вот такая вот у нас, вот такой вот у нас кит-набор пришел. Соберем, посмотрим, что это за дела. Деталей вообще тут очень мало. Стоил, я насколько помню, 3, по-моему, бакса, а может быть даже дешевле. Ну, очень простой кит-набор. Вот у нас даже вот такой вот включатель есть. Не, он не светится, у него нет там светодиода внутри, потому что бывают некоторые, которые светятся. Ну, в общем-то, вот такие вот две посылочки. В обоих у нас, как видите, всякие радиотехнические детальки. Ну, вот у нас кит-набор, и вот тут пришла вот такая вот куча проводов, пригодятся мне для всяких там проектов. Ну, честно говоря, это более удобно, поскольку они все уже заложены. Единственное, что они все очень короткие. Вот главный их не минус, только то, что они очень короткие. То есть, смотрите, это где-то у нас сантиметров 5, не больше. Ладно, в общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот такой вот у нас обзор посылок с Китая был. И, в общем-то, пока. Скоро соберем этот кит-набор. Ждите. И, в общем-то, пока.